Да, меня зовут Морозов Кирилл, и сегодня мы с вами беседуем о создании 3D-изображений. В данном случае тема посвящена анаглифу, но я бы еще, может быть, чуть-чуть затронул бы не совсем анаглифные моменты, но они не столько требуют внимания, наверное, как сам процесс именно получения фотографий и анаглифа, конечно же. Итак, первое, да, на чем мы должны остановиться и что мы должны понять, это процесс создания самих фотографий. Если говорить о получении 3D-изображения, сейчас современная техника позволяет там производить съемки там двумя объективами сразу и так далее, да. Но для домашнего использования это, на мой взгляд, дорого и настолько не нужно, потому что мало того, что снять это надо на две камеры, да, на это еще надо потом и показать также, да, то есть как бы система кинотеатров, допустим, IMAX или обыкновенные 3D кинотеатры предусматривают достаточно сложное оборудование для того, чтобы мы с вами видели с помощью вот этих поляризационных очков то, что действительно объемно. В домашних условиях смотреть на данные будет сложно, даже чисто технически. Да? Более простые варианты – это замена какими-то более простыми, скажем так, очками, да, может быть, не совсем удобными. Вот. Второй вариант – это активные очки. Ну, может быть, слышали о таком, что очки подключаются непосредственно к компьютеру, плюс ваш компьютер, графическая карта должна позволить себе многое вместе с монитором, и тогда хоть какая-то реализация будет. Да? То есть через строчный показ изображения. Вот. Все-таки самым приемлемым домашним условием является это, конечно же, анаглиф. Анаглиф – это система, да, фильтров, красно-синих фильтров, через которые мы смотрим и видим результат. Но чтобы увидеть результат, нужно сначала его как-то получить. Вот. Сам процесс получения результата происходит с каким образом? То есть сам принцип. Да, я надеюсь, вы все фотографируете. В большей или меньшей степени мы все всегда что-нибудь фотографируем, это точно, да, при наличии то, что сейчас каждый мобильник считает себя фотоаппаратом, можно сказать, что фотографируем мы все. Вот. Поэтому первое, мы должны правильно сфотографировать. Конечно, идеальное условие, когда у нас есть штатив, у нас есть возможность, допустим, небольшого сдвига на штативе и так далее, да. Если мы хотим увидеть в конце концов трехмерную фотографию, нужно для начала получить, естественно, две фотографии. Да? То есть, если обратиться сейчас к физиологии, каждый глаз видит по-своему. Да? То есть, когда мы с вами смотрим на какой-либо предмет, вот предмет, и когда мы смотрим, да, один глаз видит его в одной перспективе, второй глаз видит в другой перспективе. Так или иначе, у нас есть смещение, межглазное смещение, да, то есть, которое фиксирует именно в дальнейшем два глаза, совмещая, мозг совмещает, и мы видим с вами объем, да, этого изображения. Соответственно, нам нужно две фотографии, которые вы делаете аналогично, как смещены, примерно смещены глаза. Да, то есть не обязательно там на полкилометра уходить, да, но мы делаем. Представим, что вместо глаз у меня используется смартфон какой-нибудь, да, или это может быть фотоаппарат, мобильник, вот, где мы делаем один кадр объекта, после чего немножечко смещаемся и делаем второй кадр, да, вторую часть. Конечно, благодаря фотошопу у нас многое упрощается. Что именно упрощается? Если вот я сейчас сказал, то что при идеальном варианте вам нужно сфотографировать, получить два кадра, причем сместить фотоаппарат абсолютно точно, да, то есть буквально не смещая горизонт там, на определенную дистанцию, то благодаря фотошопу все это становится уже не так важно. Вот, потому что фотошоп может нам помочь в данном действии хоть как-то реализовать то, что мы планировали. Вот. Поэтому, в принципе, вы можете исключить там штатив. Мало ли, я хожу по природе, и мне с собой штатив таскать еще для мобильного устройства смысла никакого нет. Поэтому главное примерно хотя бы выдержать расстояние, да, небольшое, ну там сантиметров 5, сместились и сделали кадр еще, да, чтобы получить другую перспективу. Вот.
Соответственно, когда у вас есть эти два кадра, вы уже тогда можете себе что-то позволить. На будущее, да, сразу хотел бы, может быть, предупредить или, ну, скажем так, советовать. Дело в том, что в интернете много всяких плагинов, посвященных, даже это не плагины, а я бы сказал, экшены, посвященные созданию анаглифных изображений. То есть, типа, берем любое изображение, любую картинку, производим команду action, да, выполняется action, и мы получаем из одной единственной картинки анаглифное изображение, которое вот уже объемное, и сейчас вам вылетит из монитора. Вот. Этого не получится, да, только по одной причине, потому что мы говорим о разной перспективе. Если у вас одна фотография, перспектива одна, и из нее получить объем, ну, это уже несколько получается странно само по себе. Да? Я могу сказать, что можно действительно как-то реализовать этот объем, имитировать этот объем, но вам для этого фотошопу нужно будет прорисовать конкретно текстуру объема. То есть в данном случае это черно-белая структура от темного к светлому, где вы прорисовываете процесс удаления. То есть буквально ваша картинка будет серой, где идут плавные градиенты вдаль. Чтобы в дальнейшем Photoshop мог это определить как структура объема, да, именно фокусного объема, и реализовать на этой фотографии. Но вам тогда эту фотографию придется буквально вручную отрисовывать как градиент серого. Что, в общем-то, уже становится странным и не совсем правильным, да? Потому что так или иначе придется рисовать. Вот. Если же мы все-таки не рисуем, а нам удалось сделать эти фотографии, а мне вот, допустим, удалось сделать фотографии, причем я не придерживался понятия четкости смещения, да, я даже штатива у меня не было, и получается, вот у меня раз фотография и немножечко смещенная. Причем, если посмотреть, она достаточно сильно смещена, вот. Ну, потому что в тот момент, и когда у вас в руках 3 килограмма, очень сложно точно сориентироваться, на кого там был фокус, да, да и само смещение вот это. Поэтому нам понадобятся средства Photoshop, с помощью которых мы попробуем это все реализовать. Я открою эти изображения в Photoshop. Открою сразу большими. Кстати, вот если мы говорим о просмотре, сейчас давайте я открою сначала. Так вот, у меня две картинки открыты в фотошопе, с которыми я буду работать. Если мы говорим о дальнейшем просмотре, сразу могу заметить, что в первую очередь, да, вам понадобится, так или иначе, вам все равно понадобятся очки для просмотра. Ну, так или иначе, прям вот так, чтобы из экрана вылазило без каких-то специальных средств, мы ничего без специальных средств не увидим. Вот, благо у меня здесь есть очки, если что, я могу потом дать посмотреть. Ну, а тем, кто у нас на другом конце провода, я думаю, что вам придется эти очки самим где-нибудь поискать. В общем-то, как бы интернет пестрит общим количеством разных анаглифных очков. Анаглифные очки – это красно-синие очки в основном, да, которыми мы и будем пользоваться, под которыми мы и будем делать наши фотографии. Вот. Первое. Когда мы сделали эти два кадра, сначала я должен эти кадры совместить между собой. То есть я должен положить один кадр непосредственно в другую картинку. Да? Ну, пусть будет у меня 67-й кадр вот этот. Я положу картинку предыдущую. Ну, итак, назову, что это второй кадр был, а это был первый. Я обычно еще рекомендую, понятное дело, что если мы говорим о получении проб и ошибок различных, то вариаций для получения конкретного результата у вас там всего лишь навсего 4 будет. Вот. Сразу прислать. Давайте я попробую посмотрю.
Секундочку, надо тогда остановиться. А может быть здесь как-то этот у нас откладывается? Соответственно, напрямую он перетащится. Вот так. По идее, сейчас должно быть в материалах появиться у вас здесь. Как бы это должно работать? Я буду надеяться, что именно так оно и есть. Уж не знаю, работает ли у них. Вот у тренинга данные. Так, ну давайте подождем, если он загружается действительно, то сейчас загрузится, посмотрим. Вот, если нет, тогда лучше попробую выкинуть куда-нибудь. На какой-нибудь файлообменник. Тот же Google. Итак. Я их сразу переименовал, но, конечно, при хорошем раскладе вы должны просто для себя определиться со сменой положения. Будете вы фотографировать сначала левую сторону, потом под левый глаз, потом под правый, или будете наоборот, правый и левый. Да? Просто потом будет проще ориентироваться, какую включить или выключить слой нужно будет для того, чтобы получить результат. Для получения дальнейшего, сейчас я могу сказать, что эти фотографии явно не совмещены между собой, у них достаточно серьезная разница, и их нужно между собой выровнять. Это самое первое, то, что мы должны предпринять перед тем, как получить результат. Поэтому, выбрав два слоя, я применю команду автоматического выравнивания, которая находится на ссылочке Edit Auto Align. В принципе, Photoshop очень неплохо справляется с автоматическим выравниванием слоев. Вот, вы можете, конечно, ему конкретно указать, каким образом вы планируете выравнивать. Да? То есть, может быть, это будет коллажирование или, допустим, перепозиционирование. Других элементов я не рекомендую ставить. Единственное, что, конечно же, авто. Ну, даже в авто, в принципе, он справляется неплохо. Вот. Но, опять же, в зависимости от того, как вы фотографировали, насколько было смещение, я рекомендую все-таки поиграться и проверить, как это будет работать с разными вариантами выравнивания. Да? Потому что автоматически он предусматривает и подбор, чтобы оно сошлось, и еще плюс геометрическое искажение, если ему так показалось. Вот. А, например, коллажирование или перепозиционирование, допустим, этого уже не предусматривают. Так, а как у всех остальных? У всех стоп-кадр? Давайте вот так. Работает? Почему он застопорился, непонятно. Ерунда какая-то. Угу. Так, хорошо, работает.
Итак, давайте еще раз повторюсь. То есть первое действие, которое я сделаю, это сложив изображение одно в другое, я их переименовал. И помимо этого, конечно же, произведу команду выравнивания. Edit AutoAlign. Да, редактирование, автоматическое выравнивание слоев. Автоматическое выравнивание слоев, как я уже сказал, предусматривает либо авто значение, либо указание коллажирования или перепозиционирования. То есть я рекомендую либо вот какие-нибудь из этих брать, потому что каждый из них поступит по-своему при данном действии. Да? И если я скажу, что меня интересует автоматически, он их достаточно интересно выровняет, но я вижу, что кадр, один из кадров стал здесь кривой. Да? Его, на него это явно сильно повлияло. Вот. Если же я поменяю назначение и скажу, что меня интересует просто перепозиционирование, тогда искажений он не предусматривает, а просто поставит картинку со смещением, то есть посчитал, что именно вот такое смещение должно быть. Вот у меня раз, да, вот у меня два. То есть, на мой взгляд, перепозиционирование сейчас смотрится более интересно, потому что видно, что основная часть, которая была сфотографирована, на которую была сделана ставка, как раз и, видите, слегка поворачивается. Я бы сказал, даже вот этот столбик в серединке является основным таким элементом. Если я сейчас сделаю быстрое включение-выключение, то можно уже получить такой эффект объема, что у меня изображение действительно играет. Можно сказать, гифку сделать прям смещением влево-вправо. Вот. Но так как мы решили посмотреть на это все одновременно, да, вот выравнивание мы сделали. Вот, как бы на этом я остановлюсь. Ну, я, наверное, все-таки автоматику сделаю, потому что очень сильно мне не нравится смещение вот в этой части. Уж слишком сильно, возможно, там будет некое задвоение идти после наших действий. Вот. Поэтому давайте отменю и снова сделаю авто автоматически. Вот. Все-таки с автоматикой тут просто небольшое смещение идет, деформация не сильно страдает. Вот так. Вот. Соответственно, дальнейшее, да, вот у меня остались лишние поля, у меня есть естественные пустоты, которые возникли в процессе, скажем так, вот этого смещения, особенно когда мы говорим без штатива, без ничего. Поэтому лишнее, естественно, нужно отрезать. Если жалко отрезать все полностью, как обычно, можно оставить, обрезать с сохранением пикселей, чтобы можно было поиграться. Вот, я, наверное, так сейчас пока и поступлю, чтобы обрезать только четко по картинке, необходимой мне, я поставлю прозрачности у обоих слоев, тогда я буду видеть все эти габариты, основные перекрывающие габариты, вот, и смогу нормально обрезать это изображение, то есть взяв инструмент Crop Tool, говорю, обрезать пиксели не надо. Здравствуйте. Прорисовываю те места, которые я хотел бы оставить с точки зрения дальнейшей визуализации. Ну так, вроде бы пустот больше нету. То есть это основной кадр, который я получил после формирования образа. Да? То есть обратно возвращаю все. Вот оно. Да, пустот нету. Оба кадра можно выключить и все хорошо. Видно только небольшое смещение самого изображения. В принципе, этого мне достаточно, и с этим мне дальше придется работать. Причем, как бы, я специально оставлю эти картинки еще на будущую доработочку. Конечно, для будущей доработки немножечко будет другой эффект, я бы сказал. То есть, там просто другой способ просмотра. Кстати, этот способ просмотра, о котором я расскажу, является на текущий момент именно актуальным, потому что вот если анаглиф можно было в фотошопе делать, в общем-то, любой версии, то есть я бы сказал, даже если те, у кого еще сохранился фотошоп версии CS, да, или там CS2, CS3, то есть такой вот
древние, хранители древнего. Вот, там даже это можно сделать для анаглифа. А если мы говорим о новшествах, да, которые появились, это мы можем сделать и в старых версиях, но просмотреть мы можем уже согласно, скажем, современных тенденций, я бы так сказал. Вот, я сейчас объясню, в чем дело. Итак, если мы все-таки хотим увидеть анаглиф, здесь следующее действие, это, конечно же, требуется наличие очков. Вы должны контролировать весь процесс, получается у вас это или нет. Да? То есть, как бы в данном случае, наша конечная задача, что когда смотрим в анаглиф, мы видим действительно полностью объемное изображение, деленное на всю структуру, на всю дальность, на всю длину. Вот. Чтобы это сделать, да, раз мы говорим, что очки являются красно-синими, да, то есть наверняка все видели, нам понадобится отключение каналов, необходимых каналов в самих кадрах. То есть получается, у нас сейчас обе картинки, да, одна картинка для левого глаза, другая для правого глаза. Так как мы одеваем красно-синие очки, значит, на одном картинке мы должны отключить красный канал, да, который будет компенсироваться непосредственно очками. На другом слое мы отключаем синий канал, который будет компенсироваться, опять же, очками для другого глаза. Чтобы отключить каналы, просто в интернете очень много всяких вещей, и из них бывает попадаются какие-то очень слишком странные варианты. Ну, не то, что странные, а как-то там выкопирование каналов и так далее. Нам это, конечно, не нужно. Самый простой способ – это перейти в свойства слоя и сказать, что этот слой не имеет какого-то канала. Вот и все. То есть, зайдя в стиль слоя, мы всегда можем сказать, что я хочу прозрачность в каком-то канале. Отключить его. Красного канала здесь нет. Все. Да, отключив красный канал, этот кадр уже его не имеет. Все прекрасно. Он отображает только одну из частей. Да, я могу сказать, вот оно, отсутствие красного канала. Замечательно. Во втором случае я говорю, что для второго слоя я отключаю тогда, соответственно, синий канал, говорю, а здесь синего канала не существует. В итоге у меня получается вот такая картинка. С отсутствием синего, с отсутствием красного. В принципе, если было все верно сделано, да, возможно, я уже увижу объем. Если не совсем верно, у нас, как я сказал, есть 4 вида манипуляции. Какие 4? Первое. Поменять местами слои. Второе, поменять местами отключение каналов. То есть, если не сошлось, вот второй канал, вернее, второй слой и первый слой не сошлось, поменял местами, тоже не сошлось. Значит, просто-напросто надо поменять отключение каналов. Да? Значит, вы что-то там перепутали. В общем-то, здесь действие буквально минуты. Да, минутное, которое... ну, вот сейчас как раз я вижу, что у меня не совсем все сошлось. И я поменяю значение, скажу, что тогда здесь наоборот я сделаю, отключу. Окей. Здесь меняю обратно. И поменяю местами. То есть самое важное, что в конечной картинке у нас должно быть красно-синяя вот такая рябь идти. Это самое важное. Вот. Если вы этого добились, значит результат должный. Да, вот я могу сейчас сказать, что теперь я вижу объем полноценно. То есть, если кто смотрит именно 3D очками, то можете это увидеть. Давайте я сделаю сейчас вот так, чтобы было полноэкрана. И тем, кто у нас здесь, могли тоже, если что, посмотреть. Я могу передать очки, а вы можете посмотреть. Тут надо привыкнуть просто к красно-синему цвету, и, в общем-то, будет видно. Вот. У данного способа визуализации чувствуется? Наверное. Ну, передайте дальше, посмотрите. Минусы красно-синих очков – это, скажем так, необычность, надо привыкнуть к глазам. То есть буквально чуть-чуть глаза привыкают к вот этой компенсации, и тогда вот этот объем становится осязаемый абсолютно. Конечно, как бы долго слишком, особенно если глаза чувствительны к, скажем так, разнице цветовой, я не рекомендую долго сидеть в этих очках, да, потому что все-таки потом еще надо отвыкнуть от них. Вот. Потому что приходится, со временем приходит привыкание, а потом еще отвыкание. А если глаза чувствительны или склонны к, скажем так, проблемам каким-то, да, то, конечно, здесь можно получить и негативные последствия.
А там видно, что вот этого объема не получается. Ну, сейчас вы видели? Да. Если вы вслепую делаете, вы так не сможете. Да, Александра, конечно, это доскину. Давайте после занятия. Сейчас мы закончим, чтобы я отключил вебинар и дальше уже не отключался полностью от вебинара, а именно запись выключил и сделал ссылочки, чтобы вы скачали при желании. Хорошо? Просто без очков вы не сможете проконтролировать, насколько у вас все верно сделано. Потому что вот получение вот этого эффекта, это еще не гарантия, что вы оденете очки, и у вас все будет показываться должным образом. Даже если я сейчас вот верну, как это у меня было, вы можете увидеть, что в очках ничего уже не происходит. Вот вы сейчас, когда одевали, видели вот эту структуру, да, объемную структуру, чувствовали же? Вот. Тут все стопроцентно видимое, да. Вы видите за счет чего? Вот это красно-синее, да, очки, они компенсируют этот красно-синий для красного, вернее, для правого и левого глаза. И получается, что каждый глаз получает информацию свою. И вот благодаря этому красно-синей компенсации в мозг формирует именно вот эту картинку. Самое сложное – привыкнуть к тому, что красный и синий находятся перед вашим глазом непосредственно. Вот. Это непривычно. Вот. В остальном же, в общем-то, никаких проблем нет. Потом просто действительно отойти немножечко надо будет от этого состояния, особенно если вы долго сидели вот, за такими очечками, то потом просто чуть-чуть прикрыли глаза, посидели, отдохнули, глаз отдохнул, уже открываем, и нормально. Никаких проблем нет. Но опять же, опять же, вы должны именно обращать внимание на то, что как бы склонны ли ваши глаза к проблемам различного содержания. Получилось? Вроде бы, да. Вот. Конечно, на мой взгляд, это способ удобный. И здесь получается у нас в этих картинках эффект какого плана? Эффект, вот как, знаете, объемные картинки. Эти объемные открытки такие вот продаются. То есть благодаря лентикулярным линзам, которые стоят на этих открыточках, как раз получается тот самый объем. Да, объем мы видим за счет чего на них? За счет того, что там заложены две картинки одинаковые, да, вот так же для левого-правого глаза. И просто-напросто при малой линзе за счет преломления мы видим, как раз один глаз видит одно изображение, а второй глаз видит другое изображение. Вот. То есть буквально мы получаем информацию за счет преломления на лентикулярных линзах. Вот. А сейчас мы видим это одновременно. Ну вот, если сослаться на наши новые тенденции и возможности, давайте обратно верну, то теперь вы можете себе позволить несколько иную вещь. Единственная разница или то, что будет не совсем так по ощущениям, вот, это то, что не будет эффекта при движении. Вот если мы сейчас смотрели и, наклонив голову, мы видели, что все-таки картинка играет, то есть есть желание как бы заглянуть, да, там, в сторону, что-нибудь там есть или нет, то при другом способе просмотра мы видим объем, но не будет движений никаких не возникнуть, просто физически не может. Вот. Это благодаря просмотру через современные, скажем так, гаджеты. Да, современные гаджеты не что иное, как различные VR-боксы и тому подобное. Видели же такие, да, куда вставляется мобильное устройство и, в общем, вуаля. По сути, вы можете посмотреть, точно так же посмотреть стереоизображение, да, благодаря вот этому, вот этой коробочке. То есть, если обратить внимание, да, то есть, согласно вот этих тенденций, что из себя представляет вот эта коробочка? Вы закладываете туда мобильное устройство, и мобильное устройство вещает сразу на два глаза. На один глаз одну картинку, на другую другую. И самое главное, что между глаз стоит достаточно серьезная перегородка, которая не позволяет вам видеть другой кадр. Это основная вот тенденция, сама идея вот этих боксов. Конечно, и сейчас есть эти просто картонные коробочки, куда можно заложить это все и так далее. Да? Соответственно, получается, чтобы получить изображение, которое мы можем посмотреть на таких устройствах,
Это будет аналогично, как мы делаем изображение для просмотра, да, даже в кинотеатрах. Просто там идет двойная картинка, она для одного глаза, для другого. Называется вертикальная стереопара или горизонтальная стереопара. Мы с вами можем создать обыкновенную горизонтальную стереопару для просмотра на устройстве. Как это будет выглядеть? Я верну фотографии в прежнее состояние. Красный обратно включу, синий обратно включу. Сразу говорю, эффект можно опять же проверить только при наличии этой коробки, да, и загрузив картинку на мобильное устройство и посмотреть. И самое главное, эффект получается, вы видите этот объем в большей или меньшей степени, но движение быть не может. То есть, если мы говорили о красно-синих очках, они все-таки еще создают эффект присутствия некого, да? То есть, чтобы туда там глянуть, как говорится, увидеть что-то, приподнять там голову, да, а здесь же такого эффекта не будет. Мы будем просто видеть объемный кадр. Все, статичный, без движения. Я обрежу изображение теперь так, чтобы у меня все, что там лишнее было, а у меня лишнего много, обрезалось напрочь. Да? То есть в данном случае включаю Delete Cropped Pixels, удаляю, теперь никаких лишних элементов в кадре не существует. Эти два кадра я заберу на отдельный новый документ. Причем, смотрите, новый документ вы создаете. Если вы планируете посмотреть на своем устройстве, вы должны создать новый документ размера, который поддерживает ваше мобильное устройство. То есть вы должны знать, какое разрешение экрана поддерживает ваш мобильник. Да? То есть я создаю новый документик. Вот, допустим, мой мобильник поддерживает 1280 на 720. Это его разрешение. Я это разрешение создаю. Потом вот получился документ. По сути, мне документ нужен не белый, потому что все-таки мы будем смотреть фотографии, и фотографии лучше смотреть на темном фоне. Соответственно, он будет у меня черный. Вот. Чтобы было удобнее работать, так как мы говорим, это же размер всего экрана моего устройства, да? А у меня будет, я буду смотреть двумя же глазами на это, да, и должен видеть обе картинки на одном и другой стороне. Поэтому я для себя буквально поделю напополам кадр. Вот он. То есть мой мобильник, да, теперь делен напополам. То есть экран мобильного устройства есть. Следующее, что я делаю, это, конечно же, сюда перетащу кадры, с которыми я работаю. То есть у меня тут есть, вот они, эти картинки, фотографии. Они отработаны, вот у них есть этот поворот. Желательно их, конечно, перевести в формат умных объектов, потому что в дальнейшем придется масштабировать, и чтобы качество не терялось, я буду работать именно с умными слоями, умные объекты. Через правую клавишу мыши на слое всегда можно произвести команду конвертации в умный слой, в умный объект или в русскоязычной версии там преобразование в смарт-объект. Ну, не смогли они полностью перевести. Вот. Вот так у меня будут эти кадры. Выбираю оба слоя и забираю на мой документ с мобильным устройством. Естественно, это сейчас очень большие картинки, я их буду трансформировать, и трансформирую я их до размера, ну, если у меня 1280 по ширине, то получается половина, это 640 пикселей по ширине в половину экрана. Да? Поэтому в трансформации я указываю пропорциональность, говорю, что меня интересуют пиксели, и пишу, что это будет 640 пикселей. Вот таким образом я получил результат. Дальнейшее. Да, у меня два кадра. Опять же, на мобильном устройстве я рекомендую просто поиграться, посмотреть, как правильно ли было расставлено. Да? То есть вы должны понимать, что один кадр действительно левый, а другой кадр правый. Либо вы должны для себя просто зафиксировать, что вы фотографируете всегда слева направо. И то есть получается первый кадр, который идет там под номером каким-то, да, это первый кадр, а второй это второй. Да? То есть как бы вот смотря на, опять же, свои файлики, скорее всего, у меня вторым кадром является... Вторым кадром, скорее всего, является
смещение влево. То есть я фотографировал сначала правую сторону, а потом перешел к левой стороне. То есть получается у меня 67-я картинка, это будет правый кадр, а это будет левый кадр. В общем, как они сейчас здесь, или наоборот. Наоборот. То есть у меня первая картинка это правый кадр, а это будет левый кадр. То есть по сути они должны быть вот таким образом. Вот. Ну, здесь главное запомнить именно как вы фотографируете, да, процесс. Привыкли, вот привыкли слева направо фотографировать, все, тогда будет проще. Вот. Когда я поставил сейчас изображение на картинке, естественно, я должен выровнять все между собой. Понятное дело, что по ширине все влезло, все прекрасно. Меня интересует точность расположения по высоте, поэтому выделив все эти три слоя, я скажу, что меня интересует вертикальная центровка, чтобы они сходились воедино. Вон она. Как я уже сказал, на белом фоне смотреть это неудобно, поэтому бэкграунд я переведу в черный вид, черное состояние. И вот у меня получается горизонтальная стереопара. Проверить данные, да, насколько это правильно, насколько это верно, возможно только одним способом. Сохранить JPEG, открыть на своем мобильном устройстве полный экран и посмотреть. Потому что так, опять же, смотреть будет нереально. Да? То есть как, ну, либо как бы попробовать поставить перегородку и межглаз. И посмотреть поближе. Других вариантов здесь у нас нет. Вот такой вот он принцип создания анаглифа. То есть анаглиф это несложно. Да? То есть если мы делаем заключение, главное получить две фотографии с двух разных ракурсов, с двух углов, желательно небольшое смещение и, конечно же, дальнейшая просто сборка в самом Photoshop. Photoshop нам позволяет выравнивать и делать, скажем так, нужные, необходимые вещи. И, конечно, в конце концов, вы можете получить достаточно интересные результаты, с которыми не жалко будет посидеть, поработать и в дальнейшем посмотреть. Приятно будет. Есть ли у нас вопросы? Есть ли у вас вопросы? Еще, ну, помимо того, что сейчас фотографии скинуть. Нет, она не должна быть левее. Я же говорю, я сейчас просто уже просто не фиксирую, где у нас кто есть кто, с какой стороны. Ну, если мы будем ориентироваться на нашу картинку, получается, картинка, которая для правого глаза, должна отображать больше информации вот об этом, допустим, объекте. То есть, если смещение достаточно большое было, конечно, сейчас, ну, хотя вот здесь больше, по-моему, чем здесь. То есть, получается, у меня сейчас наоборот. Ну да. То есть, по сути, они должны быть вот так, скорее всего. Ну, если вот я смотрю на объект, вот этот красненький такой-то, да, то вот здесь он отображается сейчас меньше, чем здесь. Тут еще блик какой-то появляется, а там его меньше. То есть, по сути, это должно быть вот таким образом. Поэтому говорю, лучше всего для себя просто определиться, что я фотографирую слева направо. Все, если вы фотографируете слева направо, дальше не перепутайте. Сначала идет первый кадр, потом второй. Левый глаз, правый глаз. Все. А там как попало. Ну, по крайней мере, кадры переставить тоже недолго. Это все можно сделать. Вот. Да, Александра, это деление вверх-вниз, но в основном вертикальную стереопару или горизонтальную используют уже различные, скажем так,
видеоплееры, то есть ну, специальные устройства, через которые все это воспроизводится. Ну и в основном это для видео уже используется, да, то есть что такое видео, 3D-видео? В данном случае это один и тот же видеопоток, который идет под, с небольшим смещением, вот как мы сейчас буквально с вами обсудили получение стереофотографии. Вот. Просто они вещаются для каждого глаза индивидуально. Там требуется высокая частота кадра. Вот. Как правило, эта частота на каждый глаз примерно 24 кадра в секунду, а там идет в 3 раза больше. То есть где-то 72, наверное, кадра в секунду на каждый глаз. Поэтому обычно требуется, что монитор должен поддерживать частоту мегагерц там свыше 120 мегагерц, там, ну и начинаются вот эти условия. Вот. Потому что ну, там много всего. У IMAX проще, ну как проще, относительно проще. Потому что IMAX вещает с двух просто с двух проекторов. Один проектор для правого глаза светит, второй для левого, и нормально. Они даже никакие фильтры не пользуют. Вот. И там просто очки с разной поляризацией используются. Но это все такие версии кинотеатров, предусматривают дорогое оборудование, специальное оборудование для того, чтобы можно потом было дешевле обойтись непосредственно очками. Вот. Либо мы покупаем очки, которые изначально вам также частоту кадров отменяют. Ну, допустим, вот у NVIDIA есть такие очки, но вот по моим ощущениям я использовал NVIDIA-овские очки. Вот, по крайней мере, по моему восприятию глаз их буквально отвергало. Потому что буквально спустя 10 минут просмотра в этих очках у меня такое ощущение, что как будто дятел затылок пробил. Вот. Слишком, ну это представьте, как большой телевизор, обыкновенный телевизор вам светит в глаза прям с близкого расстояния. Причем с ярко выраженной частотой кадров. Это жестоко. Мне проще было так, красно-синие очки одеть, чем смотреть в NVIDIA-овские очки. Вот. Поэтому для домашней технологии либо это специальные средства, устройства, да, то есть как бы это телевизоры, которые уже поддерживают это, у них и там технология, опять же, смены частоты кадров и так далее выдержана. Вот. Либо, если мы говорим о обыкновенных мониторах, вот, без каких-то специальных средств, тогда это только аналитика.